Снимаю ручник. Так. Хорошо, до упора. И первая передача. Только поворот же нам надо показать, да? Никого нету? Нету. Смотри, вот этот угол правый, да, должен выйти за его угол. Еще, еще, смотри, вот видишь, вышел. И выравнивай руль. И крути на правую сторону. Хорошо. И равняй. Ну и поехали твои развороты делать. Вторую дальше. Пешеходный вижу. Вижу. Людей не вижу. Людей не вижу. Значит, газ добавила. Переехала пешеходный. Добавила газ. Смелее только. Разгоняй. И троечку. Дальше говори, что видишь. Пешеходный. Пешеходный, да, на нем горит какой? Зеленый. Зеленый. Вот посмотрела, в этот момент зеркало глянула. Глянула зеркало. Нету, опять вперед. Дальше смотришь. 40. Искусственная. Пешеходный впереди. Слева желтый автобус, да? Да. Начинаю торможение. Опять начинай. Ну так тормози тихонько. Ну опять в зеркало глянула, когда торможение начало, да? Поменяла передачу на какую? На вторую. Спокойно, только не напрягайся. Вот тебе как смену понизить передачу, так ты прям хочешь с этого кресла выскочить. Ну, понимаешь? Вот да. Как будто не успеть. Так ты сделай это понижение чуть-чуть раньше, и все. Когда начала сбрасывать скорость, увидела у тебя скорость упала до 20, ну и понизила ее на вторую. Да подъезжай к своей искусственной на второй. Дальше что вижу? Три полосы, зеленый загорается. Загорается, хорошо. Мы по среднему ряду едем, да, машина впереди притормаживает. Опять зеркало глянь правое. Левое зеркало глянь, раз там слева полоса появилась. Видишь, серебристая машина перестраивается левее. И едем дальше. Впереди учебка, да? Да. Хорошо. Немножко смелее проехали перекресток. Ну тут тебе хорошо, видишь, перестраиваться не надо, сразу полоса хорошая занята была. Да. Хорошо. Едем. Зеленый. И немножко добавили газа. Добавили. Рано четвертую не надо. То есть четвертая 55-60 км в час, у нас только 40 пока. Видишь, осторожно, дети, ограничение скорости 40. Едем ровно 40. И на регулируемом перекрестке будем разворачиваться. На регулируемом. Так, это нет, это пешеходный. Угу. Чуть притормозили. Дали возможность машинам проехать, да? И чего-то нас вправо тянет, нам надо левее держаться. Угу. То есть вот эта левая разметка, она может у тебя вот в этот левый угол заходить. По нему можешь ориентироваться. Не делаем прошлую ошибку, как только полоса появляется. Я понимаю, видишь, что тут солнце отсвечивает, может из-за этого не видно быть. Рановато включила слева примыкание. Вот здесь левый поворот. Смотри, видишь, где полоса появляется? Вот. И ты сразу, так и при этом еще левое зеркало, чтобы нас не объезжали. И тихонько останавливаемся, да. Ага. Тихонько. Хорошо. Колеса перед собой, да? Нейтралка. Молодец. Нейтралка. И ногу со сцепления убрали. Хорошо. Ну вот видишь, если постоянно повторять, то оно получится рано или поздно. Запомнишь ты. Просто если ты этого не делала, то... Ну так и представь, вот как можно 50-60 секунд держать ногу на сцеплении? Она ж потом вот так вот колотиться начнет. Ага, да. Но. Ты же выходишь, она тебе потом... Ну, тебе же ты выходишь, потом тебе ничего не хочется вообще. Вон, когда парковки делаем, а час ребята поездили, потом нога отваливается. Ай, ну что это ты? Вот опять ты пытаешься на холостом выехать. Одним сцеплением быстрее. Не надо. Спокойно. Держи. Все, все у тебя получилось. Видишь, ты все умеешь. Смотри, не спеши. Машины. Троллейбус видишь? Вижу. За ним не видно, поэтому будь аккуратна. Подкручивай руль. Еще раз туда смотрим. Еще. Видишь, за ним ничего не видно? Да. Пешеходом какой горит? Пешеходом красный. Молодец. Равняем руль. Поняла, как надо оценивать после разворота вторую? Вот только с рулем у тебя пока беда. Левый, ты его крутишь по-своему.
как получается, газу добавляй. Вот. Разгоняй. Не, иногда нормально, иногда и нормально, иногда нет. Вот, едем прямо. Угу. Нет, ну с правым понятно, вот ты же поняла, как руку опускать, правильно? Да. Да, немножечко. Хорошо. Что со светофором? Красный. Убрали ногу с газа, в зеркало заднего вида посмотрели, когда начали тормозить боковое. Что происходит? Выжали. Угу. Зачем тебе второй? У тебя же красный, все. Просто дотормаживай здесь, и все, нейтраль включила, чуть-чуть тут подкатилась. Плавнее тормоз, рисковато получается, да. Можем ехать? Да, уже можем. Давай. Хорошо. Угу. Ну вот с газом же получилось, и вторую. Хорошо. Ну давай разгоняй троечку. Троечку, хорошо. Он видел тебя. И мы на регулируем перекрестке направо повернем. Направо. Угу. После перекрестка. Вот так, выключаем. Начинаем притормаживать. И добавляем сцепление. Меняем передачу на какую? На вторую. Давай. Все. Все, уже стоим. Понятно. Стрелку видели, да, секцию дополнительную? Да. Хорошо. Угу. Ничего. Все, сцепление отпустили. Нога слева стоит. Все, хорошо. Угу. Только немножко раньше поворот. Поэтому, если у нас секция направо и основной зеленый, то будут только пешеходы чаще всего. А если у нас стрелка с красным, то могут ехать попутные, разворачивающиеся. Ну и пешеходы иногда. Ну что, включаем единицу. Два зеленых, и вот нам белая лунная секция подсвечивает, да, и говорит о том, что да, левую руку опустили ниже, левую руку ниже. Тянем, смотрим за взглядом. Пешеходы идут. Идут, хорошо. Не надо было перекидывать руки. Вот зачем ты перекинула? Все равно, что у тебя эта правая рука, она ничего вообще не сыграла. Делаем так, как делали, как вчера показывал, не боимся. Немножко быстрее сцепление надо вести. И вторую. То есть она у нас чуть покатилась назад, но надо сцепление вести быстрее. Хорошо. Что видим впереди? Искусственная неровность. Ага, в первую очередь стоп-сигналы у автобуса, да? Да. Потом уже пешеходные и подходящего пешехода с правой стороны. Дальше что видим? Протяженность 10, 100 метров пешкова. Дети, что? Осторожно, дети. Осторожно, дети, да? Давай троечку. И мы на регулируемом перекрестке разворот выполним. Поэтому что нам надо сделать? Но только не на перекрестке, правда? Ну что, можем? Можем. Плавненько, зеркало вперед, как вчера говорил. Да. Но тут хорошо получилось перестроиться. Здесь что видим? Искусственная. Ну, только какая, пускай тормоз, у нас ошибка здесь. Мы не поменяли передачу на вторую, конечно. Четыре колеса стараемся, чтобы заехали. И потом только поворот выключать. И еще раз показываем лев. Хорошо. Так, у нас разворот. Да? Да. Кого? Что, уже забыла? Всегда можно переспросить. Уступаем. Это кто едет, это? Попутно. Какие попутно? Попутно это те, которые у тебя сзади едут. Встречка, да. И пешеходом, если... Если мы на мигающий зеленый, да. Обычно, если на мигающий будем завершать, тогда могут пойти пешеходы. Все потихонечку, только тут не спешим. Ну, тут
Газ добавляем. Тут нам везет, да? Встречки нету. Давай немножко смелее подъедем. Смелее, смелее. Можем и вторую включить. Смотрим дальше вперед. Смотрим дальше вперед. Там никого нет. Никого нету. Раз, два. И одной ручкой помоги. Ну вот сейчас руль лучше закрутила. Расслабь. Молодец, неплохо. Вот сейчас лучше закрутила. Говорю, вот один раз у тебя попадет нормально, второй раз как-то по-своему. Тройку смотрим дальше. Ну, оно не забывай, оно, знаешь, как бы оно на подсознании должно быть тут. Если еще этому внимание уделять, то тут внимания не хватит. Угу. Ну, делай, ты же только что ошибалась уже здесь. Что? Ну, на вторую делай, ну. А, ну. Я на третью, ага. Точно. Во, и едем прямо. Что видишь впереди? Остановка. А я вижу троллейбус останавливающий. Троллейбус, да. Вот. Остановка. Ну, почти успела до перекрестка. А, да, на перекрестке нельзя, да. Вот видишь, да. Смотри, ну, ты до перекрестка вроде получилось все, да? Я просто начала делать. Смотри, вот видишь, далеко не смотришь, близко. Да, вот дети, да, да, это буквально вот. Тут 10-15 метров. А я уже детей давно увидел. И давно уже увидел троллейбус, да, с включенным правым поворотом указателем. То есть ты пойми, вот мы научимся так дальше смотреть, там, на 150 метров цепляться, да, за, ну, вот всю эту информацию. И, давай третью, здесь две. Давай третью и едем прямо. И тебе станет проще решение принимать. Едем прямо. Там третья слева добавится, правда? Да, слева, да. Угу. Тормаживай. Угу. Ой. Чего? Ну, так все же нормально. Я тормозила. Ну так мы дали им возможность проехать вперед. Троечку. Автобус, троллейбус идет к остановке. К остановке, видим? Да. Пешеходом красный. Что? Мы едем дальше. Что уступать надо? И у них здесь своя полоса для движения. А, ну да. Угу. Начинаем притормаживать. Угу. И не забываем менять. Я бы здесь уже не менял. Знаешь почему? Потому что я вижу остановившуюся женщину справа и подходящую девушку с левой стороны. Понимаешь? Поэтому включение второй здесь было бессмысленным. Какой гольфик. Думал, вторую отреставрированный. Хорошо. И мы попробуем сейчас разворот выполнить в первом разрешенном месте. А вот здесь. Ну, значит, надо всем показать. Хорошо. Ну, здесь можно делить пополам, да, но он у нас достаточно широкий. Достаточно широкий, Юля. Остановись. Угу. Уступить кому? Встречным, да? Смотри, он, видишь, там один пешеходов будет пропускать. Вот сейчас была возможность проехать, можно было. Возможность мы эту уже упустили. Поэтому будем стоять, ждать. Опять же, может сказать на экзамене, почему не поехали. То есть возможность была. Ну, сейчас может быть. Никого нет. Только с газом. И придержать сцепление. Держи его, когда она поехала. Держи. Ой, руками смотри. Так. Тут должна слева посмотреть. Никого нет. И вторую. Повернем налево на регулируем перекрестке. Угу. Значит, поворот. Смотри внимательно. Нету никого, да? Угу. Переезжаем искусственную. И поворот будем выполнять через центр. Добавили газа машине. Добавили. Ну, немножко смелее. Ехать надо, ехать. Давай. Это не левый поворот как нерегулируемый? Пешеход. Угу. Так. Выключаем. Поворот выключить и еще раз включить. Добавляем газ. Правую руку ставим ниже. Ниже. И выезжаем к центру. К центру, все, мигающий. Давай немножечко быстрее, потому что если мы так будем ехать, то мы сейчас
Что я сделала? Не то. Вам же надо к центру и на центр перекрестка. А ты решила мне поехать куда? На встречную полосу для движения. Или ты хотела развернуться? Едем. Едем. Это не наш красный. Ты хотела развернуться или что-то хотела сделать? А я что-то должна была сделать налево? Ну, у нас же поворот налево, конечно. Третье. Но у нас поворот налево. Дети. 40, искусственная. Слева видим пешеходный, просматривается. Смотрим справа. Вот женщина выходит, притормаживаем. Притормаживаем еще. Еще притормаживаем. Еще. Еще. И пускаем тормоз, вторая. Хорошо. Немного раньше надо начинать притормаживать. Потому что в последний момент происходит и смена передачи, и дотормаживать приходится. Не чувствуешь скорости. Выжали, притормаживаем. Мы стараемся максимально плавно остановиться. Хорошо. Нейтрально. Смотрим по пешеходному переходу. Видишь, моргает? Ага. Первую. Хорошо. Передача. Третью надо включить. Третью, потому что на двух это мало. Хорошо. Угу. Ну вот тут не забыла, видишь, заранее притормозила, все получилось. И будем разворачиваться на регулируемом перекрестке. И искать первое разрешенное место для остановки. Добавляем газ, зеркало. То есть то, что здесь разделительная зона, да, ни о чем не говорит. Все равно у нас и таксисты, и мотоциклисты часто любят объезжать. Ну только руль надо ровный поставить, потому что ты в поворотнике сама запутаешься. Можешь ехать. Нет. Ничего. Хорошо, включи поворот. Смотри, палец руля никогда не убирай. То, о чем я говорил. Вот и сейчас не обрати внимания, опять так же переключила. И вот когда в движении находишься, да, начинаешь точно так же переключать и путаешься, потому что ты не понимаешь, сколько он выщелкивает у тебя. Да. Понимаешь? Раз встречная поехали, значит мы сейчас будем готовиться. Так вот опять же, тормоз отпустила, да, машина будет на уклоне стоять, она уже укатится у нас. Поэтому мы раз, два, три, тормоз отпускаем, только не включили передачу. Ой-о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 й, что же вы вытворяете? Да? А почему так передача вошла у нас, включилась? Я не знаю. А кто знает? Мне казалось, её включили. Ну, не включили же мы ее. Крутим руль. Угу. Вторую. Тут обы что рулем получилось. И направо вернемся. Нажимаем сцепление. Угу. Остановились. Включили нейтральную. Поставили ручной тормоз. Поставь ручной тормоз. Поворотик выключи. Когда стояла, ждала сейчас на красном. Сцепление выжато было или отпущено? Вроде бы выжато было. Я стояла, держала. Но зачем ты его держала? Вот она поэтому. Вот она поэтому и не довключилась. Она нет, не так включила. А нет, когда стояла на красном. Я когда увидела, что пишу. Когда на красном стояла. Да. Но. Я вроде бы включила. Выжила и все, не довключила. Вот если хруст такой происходит, не довключила. Тогда надо что сделать? Смотри. На нейтралку поставить. Смотри, надо поставить на нейтралку, вот она не довключилась. Поставить на нейтралку. Отпустить сцепление и выжать его еще раз. И включить, да. А получается, она у нас хрустеть начала, да? Сцепление уже у тебя же было наполовину отпущено, вернее, да? Ну да, да. Отпущено. И ты что делаешь? И ты берешь и со всей силы рукой догоняешь ее туда, рвешь эту коробку и получаешь себе хруст. Ага. Если бы сцепление было выжато, она бы тогда так не захрустела. Угу. Понятно? Да. Понятно. Вот. Ну и с разворотом то же самое. Проще тогда, вот если вы расслабляешь руки на руле, лучше расслаблять тогда, потому что вот сейчас что-то не то получилось. Thank you.